Всем привет! Рада, что заглянули на мой канал. Это видео мотивация на готовку больше, чем на уборку, но на уборку тоже. Вчера мы провели очень большой активный день. Хотела сейчас выделить 5 минут, чтобы поболтать с вами, но не получится, поэтому коротко скажу, что мы гуляли на природе, и еще мы были в ресторане в Сестрорецке, и потом у нас были какие-то покупки еще продуктовые, в общем, был полный завал кухни. Вечером, как обычно, все упали с ног. Сегодня дети не в садике, и я убираю, готовлю, смотрю за детьми все сразу. И это видео – мотивация для вас к действию. Всем приятного просмотра. Записываю это видео, вот это приветствие, уже после того, как все убрала. И уже у меня чистенько. Прошу вашему вниманию. Пицца.
В общем, говорю второй раз, первый раз все удалилось. Приготовила какое-то блюдо, которое, похоже, кроме меня есть никто не будет. Все получилось тушеное, а не жареное. Крышкой рано закрыла. Крышкой не закрывайте, чтобы было поджаристое. Я забыла. А, значит, попы я слежу за детьми, которые там пластилином что-то делали, уже перестали. Кормлю Тему завтраком и одновременно готовлю. Поэтому вот такая вот какая-то импровизация получилась. В общем, до чего меня дети доотвлекали, что-то только не случилось за эти полчаса, пока я готовила. Я забыла самые главные вкусные ингредиенты положить, помидорку и лук. И вот сейчас уже все готово, я добавляю. Вот такой вот я повар. Вот. Готовить с детьми, когда они не в садике, когда день белый, они хотят тут внимания, это, конечно, трэш полный. Но ничего, теперь вот я думаю, что с фасолькой и помидоркой уже будет повкуснее. Специи добавила. Кетчуп не рискую добавить, а вдруг будет не очень. В тарелку добавят. Все, сейчас дотушится. И у меня есть еще про запас омлет, которого я приготовила слишком много. Вот. Тема покушал, дети позанимались пластилином. И теперь я наконец-то иду прибираться. А нам сегодня еще нужно куда? В поликлинику. Вот эти сопли выписывать. Да, но нас, наверное, никто не выпишет. Да, никто не выпишет. Вот такой трэш после завтрака. Так, девчонки, сегодня у меня расхламление этой несчастной кружки. Я ее выкидываю просто на помойку. Термокружка. Сейчас Даня заплачет. Не выкидывай кружку. Те досочки, которые я хотела выкинуть, они уехали в результате на дачу. Вот, поэтому я прощаюсь с ней. Она не функциональна. Куда ее утилизировать, я не знаю. Поэтому я ее выкидываю просто на помойку.
что на сегодня я наготовила еды, готовка закончена у меня. Для вас это мотивация к действию, для тех, кто не любит готовить или кто любит готовить. В общем, думала, получится быстро, получилось у меня не быстро, потому что очень много капусты, очень много курицы. Если бы по одному кусочку, то, конечно, было бы гораздо быстрее. Готовила каким-то образом, каким-то чудом. Сейчас еще у меня по плану это поликлиника несчастная. Дети разносят квартиру. Я, наверное, с вами прощаюсь, и дальше уборку я уже отправлю в следующее видео, а это будет мотивация больше на готовку. Всех люблю, всех целую. На что я наступила? Я наступила на машину. Надеюсь, зверинец скоро отправится в садик. А то мы скоро все погибнем. Не забудьте поставить лайк, если это видео было для вас полезным. Пока-пока.